Привет, дорогие друзья! С вами снова я, Санигус. И сегодня мы снова играем в Father Family. Сегодня у нас очередное обновление. Ну что ж, не будем тянуть гуся за хвост. Начинаем! Что нам вообще добавили, простите? Первое, это у нас на кряку, на замечательную нашу удочку. Обновили крылья, и у нас теперь другой совсем детеныш. Вот так он выглядит. Чуть-чуть его изменили модельку, я вижу. Так очень даже неплохо. Дальше у нас идет фазан. Да, у нас фазана вообще все обновили. Это и его модельку, но этого обычного я не буду сейчас рассматривать. А покажу вам нового фазана, а именно вот, золотой фазан. Давайте я вам все покажу и расскажу. Так, вот наш птенец. Давайте мы посмотрим, что он вообще умеет. Так, вот так он пищит. Так он садится. Так он ест. Так у него больно. Так у него глазки. Ну, давайте вырастим его. Давайте расти. И давайте мы выберем ему мужской пол. Сейчас. Мужчина. Сейчас посмотрим. Вот такой у нас самец, красивенький, как по мне. Кстати, его вот эта вот шапочка рыжая напоминает чем-то вот такой головной убор императоров. Так, ладно, давайте посмотрим, что он у нас вообще по сути. Вот так он пищит, садится, ешьте, больно. Кстати, выглядит, как будто он просто лежит, честно, не больно ему. Дисплеер, ну, конечно, вообще красота, как по мне, а не дисплеер. Экранчик, конечно, хорошо проработан. Глазки. Давайте посмотрим. Летает он, конечно же, временно. Но очень быстро и просто вот... Просто почти не летает. Ладно, смотрим на самочку. Так, вот такая у нас самка. Как вы видите, у него вокруг глаза типа такой наросты такие. Вообще просто обычная самочка. Ладно, смотрим. Вот так она звонит. Вот так она у нас, конечно же, садится, ест. Кстати, ест у нее, она поднимает лапку. Прикольно. Больно. Она тоже как будто лежит просто. Дальше дисплеер. В принципе, очень не похож на как у самца, но тоже неплохо. Экран очень похож на самца. Глазки, ну и, конечно же, летает она, кстати, так же само, как и самец. Вот так. Же нам вообще добавили. Следующее обновление у нас пятница 1 декабря. Новые скины, я понимаю, будут Алики какой-то и пингвина. Но я не знаю, какой Алики, но ладно. Я вам, кстати, сниму потом ролик насчет именно идей на декабрь. Ладно, не суть. Последнее обновление, ну вот сегодня. Кожа фазана называется. Добавлена новая текстура золотой фазан. Реконструирован фазан или же просто ремодель фазана и ремодель утки, обновлены головы гусей и лебедей. И почему я гуся и лебедя не показал? Потому что это очень, как бы, нелогично. Просто вот обновили их чуть-чуть. Думаю, можем прощаться. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи. Всем пока.